Ben bu kızı tanıyorum. İlhan Melim, очень рада вас видеть гостем территории кино. Кино, которое сыграло большую роль в вашей жизни, равно как и вы внесли большой вклад в наше азербайджанское кино. В вашем послужном списке больше 40 картин, где вы как режиссер и актер принимали участие, так ведь? Да. Но почему-то вот зрители, они все-таки вас запомнили как шофера Ахмеда из фильма «Где Ахмед». Это стало вашей своеобразной визитной карточкой в кино. Это приятно, если честно, потому что я 58 лет. Этот образ со мной. Я этим образом живу. Иногда мне Ахмед Меллим говорят. Иногда шофер Ахмед Гейдлер. Это приятно. После этого я сыграл много ролей, в фильме снимал. Но все равно мне знают, как где, о фильме, где Ахмед, шофер Ахмед. Мен бу кызы таныйрам. Хардаса гөрмүшэм. Яғин юхуда гөрмүсэн. Йоқ. Дейдім қабағына бақ. Yolu çaşarsan. Çaşmara. İstəyirsən bu gözəl qızın ətirli dəsmalı ilə gözlərimi bağla. Sizi sağ salamat Bakıya çatdırıram. Saxla maşını. Bu saat saxla deyirəm. Saxla maşını deyirəm. Deyirəm saxla maşını. Ceyran çıx. Çıx. Dırmaş yukarı. Ay hala, ben ne dedim ki acığın tuttu? Bu cür zərif kızı niye daşlarını üstüne çıkartırsan? Koy burada otursun. Sənə boş değil. Kız mənimdi, özüm bilərəm harda otursun. Этот фильм был единственной работой Адели Искендерова в кино, режиссерской работой. Более того, он стал первой работой для очень многих актеров, и для вас, и для Сиявуша Шафиева, исполнителя главной роли, и для Эльданизи Зейналова, для Ноуруза Ахундова. Сиявуша Аслана, да-да-да. И, насколько вот я так слышала, в пробах принял участие весь курс ваш. Так ведь это? Да. Весь это курс был Адели Искендерова. Да. А как так получилось, что на роли молодых людей в этом фильме выбирали студентов? В вступительном экзамене обычно проверяют ритмику, способности. Да, да. Мне первый год, когда я хотел поступить, мне сказали, что петь. Милованов, великий Милованов, сыграл, что Абаку. Вот. Я так пел, что, наверное, они не знали, что это Абаку, потому что у меня не пластичность голосовых связок. Я до сих пор не умею хорошо петь. И я все тройка заработал, буквально я говорю, заработал. Тройка. Это когда вы первый раз поступали, да. И когда второй раз, вдруг Адель Искендеров сказал, что танцевать умеешь, а мне это надо. Я из профессиональный ансамбль пришел. Я солист Махнаварекс ансамбля. Песни пляски. Ансамбль песни пляски, да. Песни пляски, я танцором был, солистом, и я танцевал. Я начинаю быстро танцевать. Стараюсь. Молодой, 18 лет, не исполнилось еще. Я так танцую, а кажется, он заранее это угадал, он приглядывается, что будет к вам, да. На пробу приглашать. Ну, он очень строгий был, и вдруг пришли мне ассистенты его, Ашраф Мамаев покойный, сказали, что завтра ты приезжаешь на студию 3 часа на фотопробу. Короче говоря, мне пробовали остальных ребят тоже. Амалия Панахова, Хамиз Мурадов, Фикрет Алиев. Кстати, в этом фильме еще Амалия Ханым тоже снялась. Амалия, да? Тоже. Тоже первый раз. Первый раз. Все первый раз. Они всех пробовали. И начинает утверждать. Уже кинопроба.
Кинопроба прошла, вот интересно, я почему-то именно акцент даю на это, что как мы начали снимать. Площадь Азатлык, тогда не Азатлык был, площадь Ленина, там был Фанта. Все молодые там свидания назначали, потом гостиницы строили, Апшерон напротив, в другую сторону. Интурист. В другую сторону мы, и там на открытый воздух я должен был чейраном танцевать. Открытая площадка, зритель смотрит, не как час, машины мало, тишина, они приходят, как в театре, тогда живых актеров видят, как снимается, и мы там пробовали. Слышала, что на вашу роль, на роль шофера Ахмеда, была же еще и другая кандидатура. Это Фогельман тогда, из Москвы, Игорь Квашу, потом, который Кваш. Стал известным, да, известным актером, ведущим, актером и народным ведущим. Артистом России, да, и ведущим передачи «Жди меня». Как вы смогли забрать роль у Кваши? Фогельман очень хотел, чтобы Игорь Кваша сыграл эту роль, а худсовет тогда был такой. Человек 20-25 даже были голосовать за, против. И все утвердили. Яман хирсли анан var. Тенесирик, biz Ahmet'in dalınca şehre gelirik. Ahmet kimdir? Benim kardeşim. Benim de adım Ahmet'dir. Ha, yadıma düştü. Festivalda iştirak edirdi. Onda siz gümüş medal aldınız. Ha? Gümüş medalı. Gümüş medal, ha? Gümüş medal, ha? Gümüş medal. Фильм, где Ахмед о молодежи, о том, как молодежь, включая вашего героя, хочет самостоятельно строить свою личную жизнь, в которую пытаются вмешаться родители, но по счастливому стечению обстоятельств в итоге желания детей и родителей совпадают. До начала съемок мы с вами немножко поговорили об исполнителях главных ролей, Тойфе Ханом Азимовой и Сиаву Шафиеве. Это они вообще же не были актерами, да? Если вы хотя бы учились. Нет, Тофа снималась тогда. Нет, да, у нее уже было «Под знойным солнцем». Нет, но она же не была профессиональной актрисой. Она была педагогом по музыке, а он артист цирка. Цирка. Сиаву Шафиев. Но они как бесподобно сыграли. Саулу Шала. Дюкани беле сахла. Ордымча. Бәс Лейлан. Бәс Лейлан. Буйрун. Тогда было, хотели людей показать, на вид тоже красивые, разговоры тоже, чтобы... Это воспитательные. Правда, мы не могли завоевать большие призы, какие-то зрители очень много, но наши фильмы воспринимали. Потому что я лично своим опытом, я из Новосибирска получал письмо. Это большое азербайджанское кино, где Ахмед из Новосибирска, киностудия «Азербайджан» фильм пришел, и такие хорошие отзывы. И после просмотра в Москве дали третью категорию. Да, третью категорию. Это третья категория, не катастрофа. Третью категорию дали, через шесть месяцев сделали вторую, потом первую, потому что в течение 3 месяца 6 миллионов зрителей. Ну, третью категорию дали, потому что незамысловатый сюжет там, в принципе. Вы да? понимаете? То есть эта тема, она уже такая была, не настолько... Если сказать так, ни оперетта, ни музыкальный фильм, ни комедийный... Кызым,
bunlar görmeyip sen ki bilirsen bu saat ben size öğrederim. La 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 la. Хотела немножко остановиться на образе Наргиз, который исполнила Нәҗибә Мәликова. Для некоторых людей этот образ стал таким вот неким эталоном женским, в том плане, что она как бы и боевая, ласковая, и мама такая заботливая. Скажите, пожалуйста, вот по сценарию Наргиз угнала у вас машину и сама села за руль. Вот скажите, Ильхан Малим, она реально сама водила эту машину? Да. В данный момент я 50 лет, 60 лет за рулем. Ну, эта машина, это ЗИЛ. Это... Как бы не было. Она, как, когда меня не видно, речь, вот актеры снимаются, они на своей машине приезжают. Если его не видно, шофер едет. Когда видно, да, было, видно. Вот она едет, может, останавливает. Может, дублерша как-то, я думала. Но у нас тогда чуть не авария была. Она останавливает, потом трогается, я догоняю и прыгаю на подножку машины, чтобы помнить это, да, да, вот да, как конечно, что прошел. Да. В этот момент надо было дать на первую скорость, да, чтобы сцепление медленно механика, отпускать, да, да. Механика, нажать газ. Она забыла, машина пошла. Поехала назад. А кадр такой, что если поедет, останавливать трудно будет. Я видел, что метров 3 уже назад едет. Я прыгал туда, открыл дверь и тормознул. Скажите, а когда вот эти съемки происходили? Вот где это уже не снимает. Они... Я остановил машину, она начала кричать на меня. Я ваш-то такой, осторожно. Оказывается, я наступил на ноги. Она была прим-актриса. Ну да. Её. А я ничего не сказал, вышел туда, пошел, обиделся сильно. Она мне простила, но она не могла сказать, что Ильхан, извини, я не знал, что это ты спас все. Она так сказала, яхше, сен да дай мэт шарурма. Понятно, да? Да, да, да. Ладно. Да. Это ее извинение было. Не извинение, она так сказала. Но она тогда все республиканские, все азербайджанские любимицы. Ay oğul, gel sürgede, bizi ləngitme. Gel daşı tök əteyindən gedək. Dedim ki, gedə bilmərəm də. Mühərrik xarab olub. Ana, gel düşək. Ayrı bir maşına minərik. Sən otur yerindən tərpənmə. Deməli getmirsən. Onda Nərgiz xaladan incimə özündən. Yolcu yolda gerek.
таких актеров, Нәжибә ханым. Они же Ришах Заманов, посмотри, Лютфәлі Абдуллаев. Лютфәлі Абдуллаев маленький образ сыграл. Маленький Зулумов. Ну как он сыграл? А вот я скажу, что мне до сих пор, когда вопрос задают, я сразу вспоминаю, что они как ко мне относились. Сейчас, кстати, сказали Мамед Рза Шейх Заманов. Я слышала, что вы вообще очень с ним близко подружились. Именно с ним, да? Хороший актер был, хороший мужик. Он мне лекции читал. Жизни учил? Жизненные, жизнь учил. Они поехали в Нахчеван, гастроли. Я позвонил папе, что папа, мой друг приезжает, Шейх Заманов. Он встретил. Ну, театр едет, это большое событие, все на весь Нахчеван, тогда республика, чтобы Аздрама приезжает. Он приходит в гостиницу, Шейх Заманов, он выходит, показывает. Говорит, не ты, сына друг есть. Он искал, наверное, вашего ровесника, да. Мало. А доктор, меня достал. И у нас фотографии только остались такие, очень приятные. Айшерин! Айшерин! Buraya gel! Sen burada ne inirsen? Sizin dallıca gelmişim. He? Mehmet Üzü'yü kaytardı. He? Kız da razı değil. Айшерин! Laf yaxşı oldu. Bir ağırçılıqdan kurtardık. He? Ana! Mən bu saat. He? He? Nərgiz xala, sizin oğlunuz daha burada olmur. Buy? Köçüblər. Hara köçdüyünü heç kəs bilmir. Tanış ol, ata. Bu oğlan Əhməddir. Mən sizi bu Əhmədin dalınca göndərmişdim. Nə fərqi var? Əhməd Əhməddir də. Fərqi var. O mənim oğlumdur, amma sən? Mən də olaram oğlunuz. Ey, iki başlı danışma. Bir daha yoxu, sən bizdən ötürü mətəl olma, ged işinin dalıcı. Yox, sizin işinizi qaydaya salmayınca heç yana gedən deyiləm. Bilirsiniz nə var? Bəlkə elə sizin oğlunuz bizim tikintidə işləyir. Necə? Gideyora. Lütfəli Abdullayev. Lütfəli Abdullayev как относился? Опекал тоже? Опекал. Но перед съемкой он издевался надо мной. Потому что вы одну фразу сказали, очень прекрасно, что я вдруг, например, мне до съемки месяц, два месяца раньше этого сказали, что ты с ними будешь разговаривать, я не поверил. Это все. Я хотел бы у них автограф взять. Как... Вдруг я с ним рядом стою. Лютфәлі Абдуллаева невозможно было смотреть. А мы вот так разговариваем с ним, колхоздан гелеп. Он на меня так смотрит. А вы смеяться хотите? А смеяться, да? Я смеялся. Салам алейкум. Салам алейкум. Олмаз. Reis məşğuldi. Axı. Mən də məşğulam. Axı, biz... Axı. Zülümov dedi, qurtardı. Xeyr, qurtarmadı. Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımırsan. Qəmis yədi. Deputatdı. Yox. Yuxardan gəlib. Kalxozdan gəlib, oğlunu axtarır. Ne? Pay atı ona. Kolxozçu da deputat gibi danışır. İşe bir bak o. Niye böyle eğilmişsiniz? Yoldaş Zülümü. Belli zarıyı. Ben. Мы сейчас с вами говорили о дружбе с Мамед Рзой Шейх Замановым, о том, как вас опекал Лютфәлі Абдуллаев. Я бы сейчас хотела коснуться еще одной дружбы, которая завязалась на съемках этого фильма. Речь о народной артистке Грузии, вашей партнерше по фильму, которая сыграла роль Джейран, но не Пачуашвили.
Нону Ханум пригласил на эту роль Адель Искендеров сам. Тоже она была ваша ровесница, тоже совсем молодая девочка. Год старше меня. Да, но так случилось, что во время съемок у нее произошла большая трагедия. В результате несчастного случая скончался ее супруг. Она в этот момент ждала ребенка, но съемки она все-таки не прервала. Я недавно прочитала ее интервью Ильхан Мэлим, в котором она делилась своими воспоминаниями о том времени, о съемках, об этом фильме, о людях, с которыми она работала в этом фильме. И вы знаете, что меня поразило? Сила человека, сила женщины, сила актрисы, можно сказать. Несмотря на то, что человек пережил такую боль, такое горе в тот период, столько тепла было в этом интервью, в ее, в том, что она говорила, как она отзывалась. Столько души, столько душевности, столько вот... Я после этого еще раз пересмотрела специально фильм, то есть уже когда знаешь, уже иначе смотришь. Даже в каких-то фрагментах чувствовалось, что человек, что-то произошло у человека. До начала съемок вы мне сказали, что вы очень долгий период времени не общались, у вас не было контактов. Я знаю, что Нона Ханум долгие годы не могла смотреть этот фильм, и впервые она его увидела, когда ее пригласили в Баку, на 40-летие этого фильма. Скажите, пожалуйста, какие у вас сейчас с ней отношения? 40-летие, вдруг что-то мне стукнуло, я ее приглашаю. Это мне подержали Министерство культуры Джамаль Фараджов, другие ребята, чтобы я это организовал. Первый раз она сошла с поезда, мы пошли снимать. Она мимо прошла, я не узнал ее. Второй дубль мы сделали. Вы это все снимали, да? Это все как съемка была? Да, съемка, чтобы она приезжает. Ага, все поняла, да-да. Шофер Ахмед встречает Дейран. Полторачасовой фильм, хороший вырежет. Она приехала потом. Элиха, она так, у них акцент, все. Ой, какой-то, все. Но вы сейчас общаетесь? Общаемся. Шики сделали передачу, она приехала. Здесь потом приехал на 90-летие киностудии. Ахмед! Ордаса! Урда! Ты ж ашагы! Дейчи! Пюшки до тебя! Сани, эвлядынынла! Дейнанки ярым саат чөзесінлер, башым қаршылды! Dinmeni bası, kavganı fırlayacaksın. Başa düştün mü? Ah, bela. Zarafatsız! Tez ol, düş aşağı! Tayyum, bre! Niye başa düşmüşsen? Nay na 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 na, nay na 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 na. Успех этого фильма был просто ошеломителен, и он принес популярность каждому, кто снимался в этом фильме, включая вас. Как звездная болезнь не настигла вас? Ну, представьте себе, 19-20 лет я еду в какой-то район. Тебя встречает первый секретарь, банкет дает, уважение, зрители собираются, мы говорим. Встреча со зрителем, все. 19 лет, 20 лет. Ну, хорошо, я не совсем заболел. Ильхам Мэлим, вы как-то сказали, что особенно популярны вы были среди работников дорожной полиции, полицейских, да? Ну, вы еще, кроме ведущего, по-моему, еще прокурорской работы. Ну, работа такая, да, надо все выяснить. Вы знаете... Потому что я все время за рулем, тем более шофер. Я никогда мне не останавливали. Никогда мне ничего... Ну, с дорожной полицией мои друзья были. Вдруг я еду каким-то скоростью, тогда еще радара нет, в советское время, сзади микрофоном кричит. Наргиз хала... А что были сахарка, четыре машины вы? Да, это их не шутка, чтобы хорошо делать, что угнала твою машину или вот так. Фильм действительно очень веселый, очень легкий, и всем, кто по каким-то причинам еще до сих пор не видел этот фильм, очень советую его посмотреть. То есть прекрасное настроение,
под замечательные, совершенно брыжущие юмором диалоги героев, прекрасную музыку Рауфа Гаджиева, песни, танцы обеспечено. После этого фильма Адель Искендеров вам сказал фразу. Фразу, которая, наверное, как-то как благословение можно воспринять. Я не знаю, я так думаю, что вы ее восприняли так. «Я поставила тебя на рельсы, а дальше езди сам». И вы поехали. Вы поехали, вы проехали большой творческий путь. Вы состоялись и как большой актер азербайджанский, вы народный артист Азербайджана, вы состоялись как режиссер, у вас несколько работ режиссерских, вы до сих пор то можете делаете для нашего кино. Я вас благодарю за то, что сегодня вы с нами встретились, уделили нам время, поделились с нами воспоминаниями, такой небольшой экскурс в те годы устроили нам. Ильхам Алим, я не хочу с вами прощаться, потому что я думаю, у нас с вами еще очень много-много интересных будет бесед относительно других фильмов, в которых вы приняли участие, поэтому я говорю вам до свидания и огромное спасибо за интересную беседу. Я не могу не согласиться с вами, потому что это вы сделали передачу, вы создали условия, чтобы я мог высказаться и говорить. Единственное, я могу сказать, что нашим зрителям, что, ну, простите мой русский речь, потому что я долгие годы не разговаривал по-русски. А для вас я говорю, режиссер мой друг ваш. Почему я друг говорю, первый раз говорю, а не мои ученики не говорю, потому что у них мастера, великие мастера учились. Но они как пришли, приходят, вы сказали, я до сих пор служу кино. Они каждый раз приходят в мой кабинет, улица, они создают условия, чтобы я себя чувствовал хорошо, я им что-то говорил. Если еще раз я пришел бы выбирать профессию, я все равно выбрал бы эту профессию, потому что я без киностудии не могу. До сих пор я успехом радуюсь. Я рад, что мне приняли очень великие режиссеры, товарищи. Я дружил с Оджаковым, я дружил с Махмутбековым, я дружил, как ровесники мы, так и задали. Все, совсем я. Они мне близко подпускали. И я сейчас стараюсь, что после этой передачи я дал слово здесь, что еще так и продолжать. Ну, Бог даст. Дай Бог, дай Бог вам, спасибо вам сил, здоровья, Ильхам Алим. Конечно же, не без творческих успехов, и их я вам желаю. И до новых встреч. Спасибо.